Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, я работаю в компании «Твоя работа», город Щецин, Польша. Работаю на автобусах по городу. Ну, как бы работой доволен, все устраивает. График работы, допустим, по 10-12 часов работаем. Работа нормальная, не такая, чтобы там сильно так тяжелая, так можно работать. Жилье предоставляет компания. Перед началом работы изучаем маршруты, делаем документы для работы. Маршруты и ночные, и дневные учим все. В процессе работы, если поломался автобус на маршруте, водителя касается это только косвенно. Он должен позвонить диспетчеру, объяснить, в чем заключается поломка. Диспетчер вызывает аварийную службу, приезжают и устраняют. Или, если не получается устранять, просто привозят другой автобус. Все, водитель продолжает дальше работать. Да, документы помогают оформлять фирму. Координатор, если какие-то там проблемы с документами, делают. Зарплата вовремя, да, до 15 числа выплачивается. Вовремя не задерживают. Кто хочет поменять работу в Польше, рекомендую. Приезжайте. Как бы работа есть, требуются водители. В лучшем случае будет, ну, по крайней мере, лучше будет, чем на Украине, я так скажу.